Он даже не заикался о своем сложном материальном положении, хотя я это положение прекрасно знаю, вот. И поэтому, конечно, мы ему помогали и будем помогать. Слава Богу, что нам удалось выйти на один из фондов, который в Москве помогает раненым ополченцам. Я думаю, что удастся найти и большую сумму, потому что Диме пришлось бросить жилье в Киеве, ему пришлось бросить налаженную жизнь. Ну, собственно, мы здесь все в одинаковом положении. Я здесь тоже, собственно говоря, такой же, и мы все. Вот. Хочу пригласить нашего дорогого товарища Апостола. Это материальная помощь в размере 20 тысяч для ополченцев Феодосии. Там группа ребят, которая оказалась тоже без ничего. Вот. Слава Богу, что удалось найти хоть какие-то средства. Переводчик, верующий человек, православный. Вот, тоже очень скромный. Просьба заретушировать потом его лицо. У него родственники там еще остались. Поэтому. Так, прошу выйти ополченца из Славянска. Рамзес позывной. Зовут Роман. Вот. И генеральный стрелков тоже велел всем помогать, особенно тем ребятам, которые оказались тоже без жилья в Славянске. Ну, пока хоть скромно, но нашли хоть это. Прошу выйти, товарищ Седой. Разведка донесла, что тоже сложное положение. Ну, хоть это к Новому году подбросим. Так что пока, чем богаты, тем и рады. Конечно, мы будем стараться помочь всем. Ситуация сейчас дрянная, очень даже плохая. Я думаю, что единственное, на кого мы можем рассчитывать, это на Бога и на себя.